Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Так, у нас почти 700 долларов. Вообще шикарно. Мы можем себе купить откатики. Не забываем, что сегодня суббота. Это говорит о чем? Что у нас скоро откат недели, и нам нужно с тобой, естественно, попасть в Лигу Мастеров. Желательно 3 звезды, чтобы быть топчиком. Так, забираем здесь награду, сразимся в боях и пройдем, наверное, одну серию испытаний. Пожалуй-ка, вот эту нет. Здесь не получится, вот эту. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, Рахзарчик у меня немножко покоцанный, поэтому мы его пока отложим в сторону. И разберемся вот этими бойцами. Ну, я думаю, Донателло нас здесь не подведет. Я больше в этом уверен. Хотя он слабенький, 80 уровня, но тем не менее. Так, ладно, ребят, все, хорошо тут бурагозить. Начнем с Ванюши, как всегда. Нам он здесь не нужен. Вот, наконец-то у нас Усаги со своей двойной атакой. Замечательно. Так, давай, наверное, клан... Нет, лучше Маузера бомбанем. Двойную атаку. Окей, и теперь клан Футовиц. Угу, двойной атаки здесь нету. Донни, добьешь? У тебя два раза есть его бомбануть. Да хорош. Что ты делаешь, а, плешивый? Двигаемся на последнюю волну. Сейчас разберемся с этими архаровцами. Так, у нас здесь Бибоп, мутагеноид. Я, наверное, начну с мутагеноида. Пока. Ага, заблокировали. Добиваем. Теперь нам надо разобрать будет Бибопа. Хопачки. У нас с тобой есть защита, да, на Рафике в данный момент. На майке стоит уклонение. Тоже хорошо. Ну-ка. Двойная атака. Он еще живет. И, по-моему, он сейчас сделает ход, если успеет. Но мы можем вот так рискнуть. Ага. Этот выжил. Но зато потратил, да, свою способность. Блин, этот провокацию поставил. А, ты посмотри, жучара. А вот сейчас, по-моему, Бибоп сходит. Хотя, нет, почему-то не успевает он. И это меня радует. Ложим вот этого. Ну, а у этого месть. Тихо ты, успокойся. Разбуянился мне тут, а, понимаешь ли. Давай, Усаги. Да чтоб тебя. Во. Ну что, серию испытаний мы с тобой прошли. Сейчас возьмем награду и будем дальше прокачивать нашего Армагона. Вчера, как говорится, я немножко пофармил на телепорты. Точнее, ну да, телепорты. И у нас их 22 штуки должно хватить для того, чтобы сегодня все-таки его добить, прапать нам Армагона. Где он? Вот он. Нам нужно навык ему поднять. Вот эта вот броня. 6 очков нужно найти. Да ладно, ну вот начинается, а? Не дают. Хоть ты тресни. Так, одни дали. Остается еще 5 штук надо найти. 4. А ну-ка. Ну, понятно, вентиляторы, как всегда, идут. Чтоб вас. Сотовые вентиляторы, а очки не дают. Хоть ты тут что сделай. Ну, блин. Я ведь трачу телепорты. Телепорты у меня все меньше и меньше. Ну да, конечно, телефоны сотовые. Они, во. Так, нужно еще 3 найти. Давай попробуем вот здесь, у Леонардо. Опять не получилось. А здесь учебники. Ну дайте мне, пожалуйста, господи. Ну осталось-то совсем чуть-чуть. Во. Так, получается еще 2 раза. 7 телепортов остается, давай попробуем. Я рискую, ребята. Фух, ну-ка, сколько там еще надо нам найти? Еще одни очки. Ну, учебники. Да чтоб тебя. С одним... У меня пицца кончается. Так, последняя попытка. Есть. Ну неужели? Неужели я все-таки, ребята, этого добился? Ну что, Армагон, давай. 6-я ступень. Фух. Замечательно. Остается прокачать нам только тра-да-да-да. Хм. Армагон устраивает засаду на врага, да? Увеличивает силу атаки на 100%. Ого! А здесь у нас какой шанс? 30%. Ну, четвертачок, да? Понятно. Ну что, забираем здесь награду и поднимаем уровень персонажа. Кстати, подожди, давай забегаем в магазин, посмотрим. У нас с тобой очень много сюрикенов. К сожалению, никого нам не дают. Плохо. 78 жетонов. Оу. 78 жетонов, а это значит, я могу что-то приобрести. Давай подумаем хорошенько.
Что нам лучше с тобой? Да иди ты в пень. Кого? Ну, 35 здесь ДНК у нас на Микеланджело оригинал, 35 на Рафаэле классика, 36 на Леонардо классика. И я вот даже не знаю. И Шреддера хотелось бы, конечно, классику тоже прокачать. Хм. Ладно, давай будем прокачивать, у кого все-таки больше, да? И это у нас Леонардо классический. Приобретаем с тобой 3 ДНК и 39 становится. Окей. Так, поднимаем теперь уровень персонажа. Ну, мутагена не так много, я бы даже сказал, мало. И это надо будет где-то вот здесь, скорее всего. Я вот думаю, может быть, нам с тобой Джастина прокачать, а? Давай, наверное, Джастина. Хватит нам мутагена. Вполне. 53 уровень он получает, и надо будет потом как-то заняться вот этой вот штукой, да? Запах изо рта. Почему изо рта? Я думал, немножко из другого места. Ну ладно, фиг с ним. Ну что, забираем с тобой награды и бежим сегодня на арену. Нам нужно, ребят, ну, сами понимаете, подняться как можно выше. Здесь я, по-моему, все получил. Да, аренушка тогда нас ждет. Подожди, какое испытание? Вот. Кстати, Кейси Джонс, если мы пройдем, сколько нам там дадут? Я не знаю, давай посмотрим по списку, сколько нам вообще нужно. На Кейси? Где ты у нас, родной? Куда ты спрятался, а? Неужели в самых низах? Так, это не тот Кейси. Вот он. О, друзья мои, да. Один из подписчиков был прав. Если ты, Рэй, пройдешь испытание удачно, то ты сможешь его пропать на четвертую серебряную звезду. А мы прекрасно знаем, что Кейси Джонс, тем более фильм, добывается только на испытаниях. Тем более нам так фартануло, что мы сможем его пропать до четвертой серебряной звезды. Все, ребята. Значит, есть стимул. Ну, а мы с тобой пока в Лиге Мастеров, ранг 76, и мы начинаем битву. Можем еще, конечно, купить откаты. 250 баксов стоит 10 штук. Завтра у нас воскресенье, да, это последний день будет, когда мы сможем с тобой бустануть. И в понедельник маленько. Как раз в понедельник у меня получается выходной. Я прихожу с ночной смены, это где-то в 10 дня. И до часику дня мы сможем с тобой немножко поиграть. И, надеюсь, все-таки выбьемся в лидеры. Я надеюсь, вы меня в этом плане поддержите. Ну, а мы приступаем и будем брать с тобой, наверное, Джонни, да? Или Луску. Кого взять лучше нам? Слушай, Луску, наверное, скорее всего. Хотя вот они одинаковые практически по уровню. Здесь все-таки есть 66-й, здесь 65-й, это максимум. Так что Луска. Давай начнем с Луски. И я думаю, можно даже немножко здесь полтиннички взять, да? Например, 52-й, 53-й, Ванюшку возьмем 60-го. И для подстраховки возьмем сюда Шархана. Все, ребята. Кстати, предложение по поводу сделать отдельную, как говорится, начать игру заново, да, про черепашек, и начать все с нуля. Ребят, я считаю, что это нецелесообразно, потому что вы прекрасно видели и знаете, сколько я в эту игру играю. Если мне еще начинать по повтору, то я боюсь, я отдуплюсь. Я быстрее, наверное, заброшу эту игру, чем пройду. Поэтому давайте мы оставим все как есть. Будем проходить с вами. У нас здесь всего хватает. И тактик, и рекорды еще есть, где поставить. Не будем, ребят, делать второй канал, потому что и так видосиков много. Не забывай, еще второй канал есть. Кстати, кто не был там, заходите. Там много видосиков новых вышло. Так что смотрите и наслаждайтесь. Но, повторю, там игры на ПК. Если здесь у нас в основном на Android, то там именно компьютерные игры. Так, ну что, давай-ка мы с тобой выберем. Воу! Митчелл. 74 уровни. Серьезный противник. Ну, мы тоже, как говорится, не пальцем деланные, поэтому будем сопротивляться. Возьму Армагушу сюда для подстраховки. Так, Железноголовый, подожди пока. Будем без тебя драться. Риск есть, конечно, но надеюсь, что Лео-то, конечно, сделает первый ход, а вот Армагон может немножко притормозиться. Заодно посмотрим, как срабатывает у него броня. Шанс мы сами прекрасно знаем, да? 30% наложения, но он все-таки есть. Ох, смотри, шикарно! Ребята, Армагон на себя повесил броню, плюс добивочка. Отработал на все 100%, тут даже к нему не придраться, согласись. А слушай, я думаю, наверное, мы с тобой все-таки сегодня возьмем 10 откатиков и
хорошенько бабанем, потому что мы все, что могли, на этой неделе сделали. Испытания прошли, немножко пофармили, да, что смогли. Как бы есть смысл чисто сегодня задержаться на аренке. Причем, я так понял по комментариям, что вы хотите, чтобы я вернул на канал Shadow Fight 3. Я уже выложил один из старых видосиков. Он фиг знает в какой папке там лежал, чисто случайно его нашел. Посмотрим. Главное, чтобы меня туда впустили, потому что из-за чего я забросил играть в Shadow Fight 3, меня элементарно туда не пропускали. То есть игра как бы грузилась, но сама по себе не начиналась. На заставке почему-то все зависало. Так, ну что, давай продолжать тогда бой. Возьмем вот этих ребят. Тут серьезные такие парни. Я думаю, что Тимати, наверное, выдержит. И возьму сюда, наверное, Зека. Если мы еще с тобой возьмем 10 откатов. Ты знаешь прекрасно, что Усаги плюс Лео будут валить всех. И маленькие мои слабенькие персонажи будут уже просто на добивочке. Или просто как для кубков у нас находиться. Так, ну что, Карайка, сможешь добить его? М-м-м, слабовато. А вот если он сейчас вжарит... Тимати, хорошо, что ты выстоял. Спасибо тебе за это. Спасибо за то, что мы получаем большее количество кубков. Естественно, поднимаемся выше нам сегодня. Ну, как минимум, нужно пройти в Лигу Мастеров, да, 2 звезды и ранг не меньше 50-го. Вот такая у меня планочка сегодня будет. Все зависит, конечно, от того, как мы с тобой будем продвигаться. И я вижу, продвижение у нас не очень быстрое. 3 отката. И будем брать, конечно же, у кого 23 кубка, чтобы, ну, по максималке выбиваться. Возьмем Усаги. И давай просто проверим сейчас с тобой, как будут у нас они справляться именно с нашими слабыми персонажами. Усаги и Лео. Они будут ходить первыми. Все это прекрасно понимают, знают, помнят и любят. Вот, обожаю. Обожаю Усаги. Он даже, смотри, хо-хо-хо-хо, и постепенный урон сразу снес. Так, погоди, погоди, вот это не надо. Кирби буквально, я не знаю, там на соплях выжил. Все-таки, друзья мои, не хватает немножко нам силенок, но, воу. Рафаэль оригинал завалил его. Он же по уровню какой у нас там, 60-й, по-моему, или... Так, погоди-ка, давай-ка проверим. 51-го уровня он был, да, у нас, Рафаэль оригинал, а завалил он... 72-го уровня. Нифига он силен. Да. Ха. Непредсказуемый бой был, конечно. И главное, что у нас этот Бакстер Муха, да, выжил. Не упал, или кто там, Кирби был. Так, Лидия, Брайан и Франсинеллис. Ёлки-палки, Франсинеллис. Давай попробуем выйти. И, может быть, нам все-таки дадут с 23 кубками персонажа. Не персонажа, а... Да что ж такое? Противника не дают, понимаешь? Вот 22, 22 и 21. А мне нужно 23. Во! Смотри, и здесь выбирай, кого хочешь. Я, наверное, возьму... наверное, будем брать Ронни. Так, беру Ронни. Возвращаю своих вот этих ребятулек. И попробуем сейчас отыграть... Вот так, уже опасно. Если инициатива подведет, кто-нибудь может упасть. И будет тогда обидно, потому что 2 отката потрачены будут зря. Тут Макман, он очень серьезный парень. Да, в принципе, тут все серьезные. На таких уровнях они все серьезные. Да, как-то, если Макман упадет, это уже будет хорошо. Фух, а вот здесь нам круто повезло, ребят. Мы всех завалили и, видите, результат. Значит, поднимаемся с тобой выше, но придется покупать. Придется нам с тобой докупать откаты. Как-то очень медленно мы с тобой продвигаемся. Ну, вот серьезно тебе говорю. Но хочу тебе сказать другую вещь. Чем выше мы с тобой поднимаемся по рангу, да, тем больше у нас награда. И в следующем разе, когда мы зайдем в игру, нам дадут, наверное, $150. То есть мы окупим сегодняшние затраты. Ну как окупим? Во-первых, мы с тобой поднимемся повыше, да, и плюс сможем купить, так, 500, да, аж 20 откатов. И это все будет у нас на последнем бое. Я считаю, что это на самом деле будет круто. Ну что же, поехали дальше. Ранг 23, как минимум еще 2 боя нам с тобой нужно провести. И ищем противника с 20, вот, уже выпал. И это у нас Ким Ан.
Ким Ан, я думаю, что ты не будешь против, если мы с тобой подеремся чуть-чуть. Я хочу вот отыграть вот этих вот ребят. Надеюсь, успеем, потому что здесь Донни. Если он сделает свои сюрики или броню, будет плохо. Шреддер тоже, у него неплохая инициатива, я помню прекрасно. Плюс он хилер, может захилять всех. Все зависит от Усаги, потому что он делает первый удар и развешивает, да, постепенный урон. То есть все, здесь в любом случае победа за нами, потому что на всех упала. И даже если кто-то выживет, конечно же, будет погибать. Все, друзья мои, отлично. Давай посмотрим, насколько мы с тобой сиганем. Была 23-я позиция. Не знаю, сегодня, ребят, хотелось бы, конечно, немножечко поиграть в смятение с другого измерения, да. Но я, знаете, что подумал? Как вы относитесь к тому, что если я сделаю спонсорскую подписку, ребята, и в них буду выкладывать такие игры, которые требуют от меня каких-то финансовых затрат? Например, вот сегодня я купил Dan the Man продолжение, да? Обошлось мне это, конечно, не так дорого, но все равно, как бы, затратно, да? И я вот думаю, что выпускать уже эти серии именно в спонсорских подписках, ребята, я цену поставлю, поверьте мне, не очень большую, каждый может подписаться. И это будет касаться дальнейших игр, всех, которые, как говорится, будут какой-то доход мне приносить напрямую. Так что, ребят, пишите мне в комментариях, согласны вы, не согласны, или мне просто ничего не делать и, как говорится, не продолжать, не покупать и оставлять все как есть, играть просто в бесплатные игрушки. Как бы мне важно ваше мнение. Ну что же, друзья мои, а мы с вами продолжаем. У нас ранг 10. И мы с тобой продолжаем. Смотри-ка, тут 23 и тут 23. И как бы по моим подсчетам получается слабый у нас Себа. Ну, наверное, Себастьян. А вот здесь вот 76 уровень как-то серьезный противничек. Давай возьмем с собой обратно Лео, Усаги, и я все-таки хочу отыграть всех своих полтинников. Если получится, то мы с тобой очень хорошо уйдем. Но до 50 ранга в Лиге Мастеров 2 звезды немножко сомневаюсь, что мы попадем туда. Но будем отбиваться по полной программе. Так, смотри, на всех повесил постепенный урон. Это говорит о том, что если Лео даже кого-то не добьет, видишь, да, постепенный урон просто добивает уже. Большой офигенный плюс для нас. И мы с тобой переходим наконец-то в Лигу Мастеров 2 звезды. Пол пути уже сделано. Теперь надо добиться нам 50 уровня. Почему именно 50-го, ребят? Объясняю. За то время, пока я не играю, пока у нас идут откаты, да, по времени, ну, играют другие игроки, и, соответственно, по лиге нас немножко с тобой смещают. И почему именно беру себе полтинник за пример? В том случае, что мы с тобой, когда заходим в следующий раз в игру, мы будем где-то, ну, может быть, на ранге 90-м, 80-м. То есть мы с тобой не падаем в Лигу Мастеров одна звезда. Это можно, конечно, сделать, но это редко бывает. Полтинник — это как бы гарант того, что мы остаемся в Лиге Мастеров 2 звезды. Поехали. Так, ну что, смотри, пошли уже 23-е кубки. Я вот не знаю, 24 тут есть, что-то не помню я на самом деле. И выбираем мы с тобой здесь, знаешь кого? Вот, Фай. Почему? Потому что, ну, 71 уровень, да, 71, у остальных все намного жестче. Тем более, ты смотри, везде зачастил Шреддер. Практически во всех, как говорится, противников у всех, да, он именно стоит. Так, а у нас продолжаются 50-е уровни. То есть нам еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, хватает еще с головой на 2 боя, как минимум. Но не забывай тот факт, что мы с тобой повышаемся выше, да, по рангу в лиге. Соответственно, и противник становится тоже жирнее, сильнее и крупнее. То есть с ним справиться все сложнее и сложнее становится. Вот видишь, вот здесь небольшой косяк, но, слава богу, у Лео мало здоровья, поэтому Леонардо в любом случае вот так забомбит. Остальные все должны погибнуть. Вот, видишь, минусанулся. Шреддер пытается, но он слабый. Ничего у него не выходит, и Донателло от постепенного урона падает. Поэтому, ребята, кто-то спрашивал, какие персонажи лучше. Я вот считаю, что Усаги, но его очень тяжело получить. Он же получается только у нас за испытание, да, его никак не нафармить. Ну, я имею в виду, если не донатить, конечно же. Только через испытание. И, естественно, когда ты проходишь испытание, нужно их бомбить, 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 чтобы тебе выпало
выпадали постоянно ДНК на него. Но, поверь мне, кто-то говорит, что он слабый. Да, я не спорю, по защите он слабоват. Тут не поспоришь. Но в плане дамага и то, что он вешает постепенно урон, он как бы, несмотря на свою слабость, очень сильный персонаж. Да, его приходится защищать, постоянно хилять, особенно если нет уклонения, нет дополнительной защиты. Но он оправдывает затраченные усилия. Так что, ребята, ищите его, если есть такая возможность. Как вот у меня сейчас. Я, например, хочу прокачать Кренга. Ребят, не знаю почему, но вот мне нравится этот персонаж, и хоть тут тресни. Ну, вы видите, что его очень сложно получить. Но мы будем пытаться. Так, ну а дальше мы продолжаем с вами бомбить. Ну вот, например, Квайгон. Да, вполне годится. Берем, у нас еще две попытки есть. Мы с тобой, наверное, последний раз отыгрываем полтинники. Раз, два, три, четыре. Почему последний раз? Потому что нам потом нужно будет уже играть основным составом. Да, тут у нас и Крис Брэдфорд, и Железноголовый. Ну, все поняли, да, Донателло и так далее. Нам нужно их отыграть. Потому что без них потом уже, как говорится, ну нет смысла. Как у нас там получается, мы отыграли, а один персонаж остается. И не туда, и не сюда, и как бы обидно становится. Так что будем мы именно их отыгрывать. Но я думаю, что этого должно хватить, до полтинника-то нам. Так, постепенно урон, видишь, не на всех повесился, но опять же повторю тебе. Этого шваркнем, эти должны отдуплиться. При всем при этом они получат, естественно, урон. Уклонения у них нету, видишь. Идеально получается, и сейчас мы смотрим, куда мы перемещаемся. Кстати, ребята, еще хотел спросить, есть такая игра Star Wars, я не помню, там герои, по-моему, да? Она тоже напоминает чем-то черепашек-ниндзя, ну, я имею в виду по боям, также пошаговая, но там на тематику Звездных Войнов. Так что пишите, если многие ребята проголосуют, то мы, наверное, ее подключим на наш канал и будем потихонечку играть. Так что жду ваших комментариев. Ну, а мы продолжаем. Так, переходим с тобой, наверное, на 75-ю, да? Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, очень-очень плохо. 79-й ранг. Как-то не ахти. Есть, конечно, еще где побороться. Кого, как говорится, помять. Например, вот Арихант, да? У него вообще 70-й уровень. И, в принципе, здесь можно взять, наверное, только лишь Усаги. Я хочу просто потратить по одному откатику на всех. И сюда... Да подожди ты, Донни, лезешь. И возьмем, наверное, вот этих ребят. Вот этих ребят вместе, наверное, с Майки. Рискну, я рискну, друзья мои. Майки, если что, он ходит, по идее, первым. Хотя, посмотрим сейчас, кто будет, Усаги или Майки все-таки делать первый ход. Майки все-таки, отлично. Значит, мы с тобой вешаем уклоняшку. Ну, а дальше Усаги, конечно же, делает свой суперудар. Хил есть здесь? Я не посмотрел, сейчас заценим. Да, есть хиллер один. Есть один хиллер, и поэтому нужно его, по идее, вырубить сразу же. Все. Дальше делаем массовую атаку железноголовым. И этот... А, нам нужно его просто добить. Он бы в любом случае от постепенного урона погиб. Так что можно было бы даже не волноваться здесь. В общем, первую карточку мы с тобой отыграли, да? Я имею в виду в соло. Мы обычно парно играем. Леонардо вместе с Усаги, но здесь я решил соло сделать. И, как видишь, все у нас получилось. И ранг у нас 68. Сколько у нас боев еще? Один откат. Один откат. Так, ну здесь нам выбрать надо, наверное, все-таки Мухаммеда. Что-то слишком много Мухаммедов, ты заметил? Очень много. Здесь мы с тобой забираем обратно Леонардо. И... Так, опасочка есть. Опасочка есть, потому что у нас Куноичи 50 уровня. И если, конечно, сейчас Лео сделает первый ход, Рокзар, наверное, все-таки успеет поставить защиту. Так, ну это фигня, что Майки тут пляшет. Это не столь критично. Теперь берем с тобой провокацию. Отлично, друзья мои. Так, нам нужно ушатать Донателло, потому что он сюрики может бомбануть. Все. Теперь тебе скажу, одну победу за нами здесь. Неплохо мы тут разобрались с ними, я тебе скажу. Немножко я, конечно, волновался за Куноичи, но сам понимаешь, 50 уровень, любой враг бы бомбанул по ней, и она бы упала бы. Даже бы и пикнуть не успела. Единственное, что я до полтинника не доберусь. Вот что меня расстраивает. 58 место, буквально еще 8 бы ступенек вверх, и все было бы хорошо. Можно, конечно, еще купить 10 катов, но я думаю, что этого делать нам не стоит. Так, у нас, блин, тут еще телепорты, конечно, хотелось бы купить.
Знаешь, почему хочу купить телепорт? Ну, хотелось бы мне приобрести. Потому что, ну, ты сам знаешь, вот здесь. Это же просто клондайк. Просто золотая жила по фарму черепашек практически всех. И космос, и оригиналы, и классика. Также и видения, и ролевики. И фильм. Ой, друзья мои, ну просто золотая жила. Ну ты сам видишь, за одно использование придется тратить 5 телепортов. А у меня всего их 5 осталось. И вроде бы и сыр есть. Как говорится, фарми не хочу. И награды неплохие, да, $20 можно получить. Подожди, $20? Нет, $20 это лучшая награда, можно вот что. Хотя, подожди-ка, он, по-моему, мне не то показывает. Вот, вот здесь вот мы с тобой можем фармить. Здесь получается 70 жетонов. Но жетоны тоже, в принципе, неплохо, да, позарабатывать. Ну, а пока, друзья, вроде бы и все. Сегодня была у нас чистая ареночка. Сколько у нас с тобой пиццы? Можно глянуть? 5. Мне даже не хватит, друзья мои. Какой ночной патруль? Мне даже не хватит и боя одного сделать вот здесь, потому что 6 пиццы нужно. Хотя, подожди, у нас на боевке... А, еще здесь 20 минут на откате. Тогда все, друзья мои. Тогда закругляемся, увидимся с вами завтра. Продолжим бомбить. И наша цель — пробиться, так сказать, в Лигу Мастеров 3 звезды. Сейчас я только здесь поразбиваю излишки, которые у нас с тобой накопились. 27 тысяч сюриков. Офигеть. У нас с вами то густо, то пусто. Помните, когда-то вы... Тихо, когда-то были такие моменты, что мы не могли с вами прокачать прапод персонажей из-за этих самых сюрикенов. А теперь смотри-ка, они просто у нас рекой лежат. Залежи. Ну, вроде бы и все. Нет, на мухе еще что-то есть. 245, ничего себе, муха накопила у меня. Так, тут 88. У короля 35. Так, на морзиной кошке тоже, смотрю, есть 70. Так, даже на Рафаэле фильм. 264 сюрикена завалялось. Да. О, Макман 210. На пиццелицам 35, но это мало. Так, Кейси. Ну что, вроде бы и все, друзья мои. Так что будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.